Так, доброе утро всем. Идемте кушать. Заходите, заходите. Девчонки, заходите, пойдем. Заходи. Так. Ну, давайте. Сначала начнем. С этой еды. Вчера у нас, как вы знаете, дождина был. Ну, а сегодня вот такая вот слякоть. Так вот. И петушку обязательно дадим. Здесь мы воду обязательно выльем. Опа. И я перекину это, конечно же, сюда. Опа. Ведро полное. Кое-что дадим. Опять же петушку. Обязательно. И пойдемте посмотрим, что там у нас внутри. Здорово. Привет. Нижняя, как полагается, то у нас открытая. Верхнюю открою. Она уже хочет наверх. Не шуми, не шуми. Заходи. Заходи, не шуми. Забегай. Грязь. Же, если бы не было этих заливов у нас постоянных дождей, уже бы все бы тут подсохло. Но день сухо, потом неделя дождь. И вот такое вот болото у них получается. Привет. Привет. Ты голубенькая у нас, да? Красавица. Красавица. Ведра пустые. Ведра заглядывают, хотя все у них уже есть. Так, идем прокармливать курочек. Привет. Привет, девочка, привет. Давайте проходим. Этот дождь, как он надоел уже. Да? Как этот дождь надоел нам.
постоянно идет и идет. Так, дайте я это скину сюда. Отходи. Вот так. Немножко морковочка. Дадим петушку, чтобы там тоже немножко покушал. Ну, пойдемте собирать яички. Так. Интересно, сколько у нас сегодня будет. Посмотрим. Вот, здесь хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь яичек. И посмотрите, все разные цвета у нас. Ну, конечно же, грязные от лап. Это такую погоду ей. Можно это и ожидать. Ну, какие. Вот это снесла мираукана. Видите, какое темненькое. Здесь ничего. Здесь ничего. Но посмотрим, что еще здесь. Здесь вот яичко лежит. Замечательно. Тоже можно выкинуть. Так, опять я неправильно начинаю закрывать. Надо, чтобы ровно было, тогда оно нормально войдет. Здесь у нас, ну, можем посмотреть только что внутри, потому что сена уже нету в этих гнездах. Если кто-то и несся, то... Да, вон оно, видите, уже вот одно и вот одно. Оно уже скатывается, так как сено не тормозит. Там нету ничего. Окей. Итого у нас сегодня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 яичек. Просто тоже замечательно. Все кушают. Замечательно. Ну и сегодня можно опять же им нарвать немного ежевики, как зелень, чтобы они потрескали листочки. Где там шелковое? Нет, у меня в ведре ничего для вас нет. Ведро это с яичками, не для вас. Прыгают поближе все. Погладить. Убегают. У нас сегодня погода опять. То солнце светит, то дождь льет. Не погода, а черти что. Сегодня вот у них витаминчики, морковочка. Ты красавица. И ты красавица. Все, на сегодня. Все, до следующего раза.